Серик Ахметов предложил уволить районы Хакимов, которые не справляются с поставленной перед ними задачей – улучшить показатели по развитию животноводства. Такое заявление глава Кабмина сделал в ходе заседания правительства. Негативную реакцию премьера вызвал доклад министра сельского хозяйства. Асылжан Мамутбеков доложил, в 10 районах проект на грани срыва, рассказывает Дамир Айдаров. Программа по развитию экспортного потенциала мяса может стоить карьеры сразу нескольким акимам районов в ряде областей. Почему эти чиновники до сих пор занимают свои кресла, сегодня задался вопросом премьер-министр Серик Ахметов. Задачу сделать рывок в животноводстве перед акимами поставили 2 года назад. Министр сельского хозяйства информирует, в 10 районах разведением мясных пород, несмотря на завезенный скот, почти не занимаются. Половина из них находится в Акмолинской области. Мы как раз таки видим именно отрешенность акимов от этой задачи. Почему вы, как министр сельского хозяйства, не ставите так вопрос? Вы же не выполните задачу. Исходя из таких показателей, это основной вопрос улучшения маточного поголовья скота. Это база, на которой строится вся наша схема создания экспортного потенциала мяса КРС. Задача министерства – увеличить показатели экспорта мяса до 60 тысяч тонн в год. Причем рынок сбыта есть, чего стоит одна Москва, которая заинтересована в покупке качественного казахстанского мяса. Но с такими разными подходами к выполнению задачи в регионах – поручение президента на грани срыва. Сразу ставлю вопрос перед акимами областей. Вот самые худшие показатели 10 за 2 года, которые акимы не достигли, представить решение об освобождении их от занимаемых должностей. Я представлю соответствующую записку главе государства. На заседании Серик Ахметов отметил необходимость развития казахской белоголовой породы КРС, которым не нужна акклиматизация, в отличие от завезенных коров. В этом году Казахстан планирует экспортировать 10 тысяч тонн мяса. Министр Мамутбеков предлагает включить эти показатели в общий рейтинг акимов, по которым будет оценена их работа. Дамир Айдаров, Виктор Джигирис, 7 канал.